Тут вот мост был, видать, раньше. Вот отсюда разгоняемся, хуярим по бревнам и ныряем с разгону. Мост! Я первый поеду, давай. Ты хочешь шутануть? Ну давай, я тебя посмотрю. Да, да все, давай. Да вы долго тут. Нихуя себе. Его вообще смыло, блин. Вот это точно эпическое утопление. Блять, пиздец. Короче, утопили два мотика. А мы объехали. О, Камасутра. Нашли себе приключений на жопу. Ну чё, как ваше, ничего, товарищи? Ну вообще заебись, обратно посуду поеду. Надо обязательно победить этот брод, да? Коммунисты не сдаются. Да. На обратном как нет? Короче, все. Подчинили пепелац. Завели. Второй заводим с толкача. Ничего не получается. Ой, второй завелся. Все в сборе. Все, сейчас тут она все хуже и хуже будет. Под конец будем тащить. Говорю, все интереснее будет. Я уже выебался. А что ты выебал? Ну, мы еще не доехали до места, ебли. Вот там приедем, там начнем. Помнишь, Виталя? Помнишь, в прошлый раз? Вот он тут. Дорога, больше нет варианта. Вот тут вот уже я не вижу дорогу. У меня нету ее в Google картах. Ну, ну то есть, со спутник не видишь. Ну вот мы и залезли в лютые ебеня, как и хотели. Ну вот такие, лайтовенькие. Надо перейти ехать. Ну а чё, у нас как бы не было задачи выебаться сильно, потому что народ тут на... Да, не подготовленный еще совсем. Поэтому... Как ваше ничего, товарищи? Как вам прокатные мотоциклы? Я думал, он похож на новый мотоцикл. Все, теперь понял, что тебе и 250 до жопы. Вот видишь, какой офигенный плюс попробовать мотоцикл в деле. Вот такие ручьи текут при Байкале. Да, у них золото даже есть. Местами его добывают. Вода чистая, можно пить.
природе. Эпический момент, товарищи. Сейчас дождем, слушайте, не поймите. Я говорю, эпический момент, заехали до Стыковки с разведанным маршрутом. Вот в этом своротке мне Джарвис Республики Бурятии кричал: лови меня, что не ловишь. Помнишь видео? Вот в этом своротке. Вот туда дальше, если ехать, там вот эти камни, блин. Мы туда луканулись, я говорю, поехали туда. Ну а я все, тут как-то медведя он там увидел. Все, нахер, домой, и все. Пиздец. Ну а вот мы вот так лукались. Я говорю, вот это по-любому дорога. Не, она какая-то хуевая не может быть. Ведь вот она и была. Прямо лохи налево. Для настоящих эндуристов. Давай, Андрюха, будем себя проверять. Кого тут ехать, вон, через дверной прямо. Для настоящих эндуристов прямо. Лохан налево. Вон Андрюха. Вот вы лошары-то, а! Настоящие эндуристы едут прямо! Едут лютые ездуны, исполняет кто как может. Самые хитрые едут по берегу, тут песок мокрый, по самому кромке, по самому краю. Тут песок. Самые лютые по песку херать.
Ну вот, очередной привал эндуриста. Сейчас будем принимать корм. Кто-то уже расчехлился. Да, да тут все, тут вот, видите, можно это. А что, один костер? Какой костер сейчас, газовую плитку? Тебе же сказали, в лесу нельзя костер разжигать. О, кофе. Я думал, водка, ну ладно. Все, до завтра остаемся. Так, товарищи, как ваше ничего? Шикарно. Мы уже почти доехали до трассы. Да? Чего? Теплая. Кто теплая? Дед Сережа, зачем она тебе нужна? Ты, бля, как этот. Как у... Мы уже осталось тут ехать. Ну что, подъем, да, километр полтора? Ну, тут километра полтора, да, осталось. Ну и все. Так что, неплохо скатались тут, дорожка интересная такая. Ты катался здесь? Нет. А